Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «На восьмерых», в котором я играю за Англию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всё-таки интереснее смотреть сериал с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Я посмотрю, я просто увидел твой город, который там, ну, ты понял. Я думаю, может, там под бананами нет смысла ставить, может, снести Валету и поставить чуть-чуть это. Выше бананов. Она... Да, потому что она как-то криво. Я буду против этого. Ты будешь против? А, ну, то есть, получается, на своем берегу вот туда поставить ты хочешь, да, город? Я правильно понял? Да, но сейчас с Арчи будем договориться. Почему мне тут предлагают ставить? Не, я просто хотел ее забрать себе. Типа, чтобы акведук ну, можно было она, построить блин, к реке. Она такая... Не, я против. Арчи, давай ты гранаду заберешь. Не, пусть лучше он Валета заберет, чем гранаду. Слушайте, наверное, да. Лучше сюда. Последует стандартное. Да мне пофигу, что вы там сказали. Я пойду и сделаю, блин. Блин, да. Наверное, надо будет в Плимут отправить, как раз вот так вот пройдет дорога, проложится рядом с Манчестером. Пирамидки. Часы Петра будет скоро. Блин, тут проплыва нет, класс. Рай, конечно, классный город для Петра. А тебе есть куда строить ее? Я ее не строю. Это не моя Петра. Это Джек. Под чудо там такие. У него поинтереснее место, если честно. Ни чудес, ни городов-государств. То есть я ничего ускорить не могу, ничего не получаю. Там народ уже в политической философии давным-давно, я уверен. Сандра, подвинься разведом. Я удивлен, да что я не последний по науке. С радостью убегу. Я думал, он уже умер. Там такая была война. Она подошла к концу. Вино нужно? Кто это говорит? Да, и во всех городах сейчас надо будет ставить рабочих. Производить бонус к созданию рабочих и вперед. Все надо обрабатывать, потому что мне надо куча жилья. У меня явно сейчас нехватка его будет постоянно. И надо бы, конечно, акведуки открыть. Вот это тот случай, когда надо открыть акведуки и их построить. Так, вот тут кампус, кстати, у Шеффилда будет неплохой. Вот тут кампус у Лондона будет неплохой. У Плимута вот тут кампус. И у меня еще выбор, мне, видите, не центр коммерции надо строить, а верфи Королевского флота. И у меня будет проблема с деньгами постоянная, потому что гавани не дают деньги. A physician without a knowledge of astrology has no right to divide and rule a sound motto. Так. Ну, ставим античную республику, мне тут воевать, слава богу, не с кем. Убираем производство поселенцев, ставим производство строителей. Плюс 2 золота от всех торговых путей. Так.
Плюс 2 к влиянию заход к получению послов. И либо быстрый содержание уже юнитов, либо плюс 1 производство. Давайте плюс 1 производство. Так, тут проплыва тоже нет. А где у меня открывается возможность через океан плавать вообще? В картографии только. Да, картография. Что-то кто-то пытался пророка делать, пытался и бросил занятие. Это я не скликнул, я генерала хотел карточку поставить. Красавчик. Забил, так знаешь, это делал за Дима. О, Конго, друг, надо будет тебе веру, наверное, принести. Садись-то, только нормально возьми. Надо попробовать Стоунхендж построить еще, конечно. Мне тут религия не помешает. Ну, мне картографию, получается, надо как можно быстрее открывать, чтобы, потому что если нету проплыва, ну, без встречи других игроков, я не знаю, как можно сольно развиваться вообще. Они там друг с другом торгуют, у них больше довольства. Еще кого-то вынесли. Понравилось, как тут Нанмадол пришел тремя воинами и захватил пустой лагерь, который я долбил несколько ходов. Видишь, аж тебе говорю, не знаю, Нанмадол хорошая штука. Он нам помогать будет всегда. А вы на берегу живете? Типа того. Ну, я буду селиться по берегу, но не знаю, когда. Я тебя не нашел территории просто. Где ты вообще? Там-то. Интересно. Сейчас кто-нибудь выяснит, да, что меня еще никто не нашел. Я хочу сказать, что я практикую милитантный мистицизм. Я абсолютно уверен в некоторых вещах. Нет, пока ничего не буду менять. Хотя, может, поставить два великих пророка за ход? Два. Лесопилку на джунглях не построишь, правильно я помню? По-моему. А? Для остройки это для только семисвященное место. Печально. Нет, давайте пока тогда оставим. Потому что смотрите, два очка великих. У меня появится пророк, но посадить мне его будет некуда. Чем тебе этот имбогород не понравился? Тупо. Я его уничтожу, в смысле, не захватывать.
Он стоит неудачно. Поэтому... Так, две галеры надо еще создать. Поэтому... Два очка великих пророка ставить, при этом не имея возможности никуда его отправить, нету смысла. То есть смысл есть вот Стоунхендж построить вот здесь. Это да. Тогда и появится пророк, и его сразу можно в Стоунхендже активировать. Сандра, на тобой кто-нибудь живет? Да. Кто там? Арчи. Скажите, а что такое военная тактика? Не могу понять. Озарение для военной тактики, это где он? Это тупиковая, которая технология, дающая кинер. Она над ученичеством. Шеффилди, ну то, что тут недостаточно жилья, я в курсе давно. Ага, в Бирмингеме. А, понял. О, как раз копейщик есть. Просто я, видите, раскидал, когда открою возможность через океан плавать, я этого сюда отправлю, а этого туда. Я даже не понимаю, видите, я на юге или на севере, вот в какую сторону мне плыть, чтобы ближайшего человека найти. Даже вот в этом проблема. Так, ну я везде все-таки, наверное, свои гавани построю. Они мне тоже дадут торговые пути. Напоминаю, после патча центр коммерции и гавань не дают каждый по торговому пути. Теперь отдельно либо тот дает торговый путь, либо другой. А так как гавани – это мой уникальный район верфи Королевского флота, то есть они мне будут в два раза дешевле стоить, плюс 2 к золоту, все построено на чужом континенте. Ну зашибись. Это у меня работать не будет. Я вообще другой континент не нашел даже в принципе. То есть я на одном континенте нахожусь и все. Отлично. Все за меня в этой игре. Сколько тут кампус плюс 3 будет давать? Но я сначала хочу гавань все-таки построить. Гавань, а потом уже кампус. Так, и тут проплыва нету. Так, еще одну галеру. Ну, это для ускорения, да и галера мне никогда не помешает. Три, четыре, а так тоже 3-4. Стрелец со всех сторон вроде обошел. Ну она между Конго и французом. Пойду этим рабочим уже к пряностям.
Здесь у меня будет кампус, там гавань. Давайте. А, стоп, я гавань еще не открыл. Чтобы гавань открыть, надо два ресурса обработать морских. Тогда продолжаю. Не, давайте уже, наверное, кампус строить. Нет, стоп, я тогда... А, мне хватит ресурсов на гавань. Ну, жителей. Ну да, неплохой Сальвадор. Ну, Петра там так себе. Давайте, наверное, древние стены я построю, чтобы ускорить... Ну, будет деньги за это давать. Да, понятно. Она везде не помешает, но... Ну, как бы да, тут холмов не сильно много. Просто клетки с чудом будут хорошие. Уже. Ну, 2-1. People who cannot find time for recreation, ну, не 2-2, вот такой. Sooner... Так, менять пока нечего. Здесь вот холмов-то всего 5 штук. Да. Так, пойдем ресурс роскоши обработаем. Вот в Плимуте можно и коммерческий район будет построить. Рэдди уже привел посел. Ну я прям там и поставлю его. Вряд ли я тут Стоунхендж скоро построю, поэтому... Какая-то чисто морская игра, при том, что я на море не особо умею играть. Wealth consists not in having great possessions. Set your course by the stars. Я, похоже, роль Австралии отыгрываю. Надо решить, где гавань строить. Знаете, что исходя из этого чуда, там венецианское что-то. Венецианский арсенал. Представляю, что вы получаете. Так. А что требуется?
Можно строить только на клетке побережья рядом с промышленной зоной. А, у меня промышленная зона должна быть на берегу. Ну, например, если я тут промышленную зону, наверное, надо все-таки здесь. Еще бонус будет. За крабика рядом. Конго, ты уйдешь разведом от лагеря или нет? Который у тебя в дефе стоит на моих границах. Ну, открой границы, плес тогда. Я обойду тогда. Кстати, этим шелк на трейд, если кому интересно. В Франции, я так понимаю, поленки не будет? Я даже не знаю. Но мне некуда вообще тут двигаться дальше. И это единственный научный город, да? Франция, у тебя вулкан. Отличный вулкан. Где? Какой вулкан? Слева внизу. Под Кабулом, вокруг холмы, два бонусных ресурса, клетки 3-1-1, все. Ты говоришь, некуда двигаться, там город. Да я что-то увидел, что тут тундра, и даже не полез туда, тут оказывается чудо. Это зря чудо, одно из самых козырных, я тебе так чисто по-дружески скажу. Плюс Поленки вроде бы как бы всем интересен. Но ты скажи, пожалуйста, сразу, ты будешь его забирать или нет? Чтобы мы понимали, что с ним делать. Ну, я хочу его забрать, не надо тут писать. Камикадзе, Буэнос-Айрес ты сносишь, да? Я с ним воюю, да? Не нужны. Не, я помню, просто ты с ним воюешь, да? Да. Дальше вылетел. Загрузили сейф, потому что вылетал Арчи. Пирамиды. О, Сандро, ты на английском играешь, да? Не буду, не буду тратить деньги на покупку клетки. Так, значит, мне я тут... нужно будет место для колосса. Я, да. И место для инцианского арсенала.
Арчи, ты как? А арсенал да, не обязан быть рядом с гаванью, зато сейчас обязан быть рядом с промышленным комплексом. Ну, не знаю. Ну, может, мне не обязательно, конечно, в столице его строить просто. Я не думаю, что там будет кто-то спешить с ним. А у кого там Империя 81 это? Кто там уже сколько городов понаставил? Кто этот человек? Расскажите. Это Джоэл. У меня всего 6 городов. Значит, жителей там дофига уже, не знаю. Ну, у всех не больше 60, просто так, для примера. У человека на втором месте по империи, по очкам империи, всего 60. А у Джоэла 81. Нет, почему убили 67? Да, сорян. Ну хорошо, 81-67. Разница-то существенная. У всех остальных там 58, 58, 60, 56, 54. Предлагаю, а что это? Не, а что очки империи обозначают? Это города и жители. Да, и жители. Ну, а там конга на шоколаде, так что... Шоколад это 2-1-4. Ну, золото только 4. Холмами не повезло, что ли? Там обмазывается шоколадом, да, полностью вообще-то. Мало того, что сам шоколадный, так он еще больше, типа так, сладеньким. All the world's a stage. All the men and women так, meet. Сменять политический курс. Все против, да, я так понимаю, что Поленьки я забирал соседей мои. Я лично против. Я нет. Я бы забрал, но мне тут с трех сторон опасности. Француз, я тебе дал совет, куда можно поставить город. И ты, если увидишь это место, то там даже два города. Один на берегу и второй справа. Можно под акведук или на речке. Понятно, там тундра, но чудо это тащит. Там холмы на это. Кстати, о, так, так никому и не надо. Шел. Давайте, наверное... Стоит. Блин, тут одно... Кстати, могу предложить пряность. Одно действие осталось. Ну, давай. Арчи, кинь на себе метку, я никак найти тебя не могу. Ну и не надо. Еще кому-нибудь нужны пряности? Мне нужны, но... Да, аж 5 пряностей, вот это стартик. Нет, почему? У меня остались только 2 пряности. Я смотрю, у тебя в торговле 5 пряностей. Ну, он сказал, что у него в столице, он же сказал, что еще где-то у него. Ну что, вот это осталось только место неизведанное. Если тут нету проплыва, то получается... Ждать. У тебя тоже него не вижу. Есть в тундре. Так, два кампуса мы построим. Так, кампус вот тут будет. Значит, вот тут можно... Хотя... Может, тут лучше его поставить? Вырубить эти... Да, но тут эти джунгли еще останутся, а вот эти не факт. Просто тут скорее промышленный район будет удобнее ставить, чем... чем кампус. И тут бонус только вот одна гора, вот один бонус, все. Манчестер больше, ну, никак бонус не может получить. Вот у Плимута будет тут бонус плюс 2. У Шеффилда вот тут 3 бонус. Так.
Так, количество. Давайте, наверное, торговца, а потом уже кампус достроим. Или нет, или... Да, в общем, мне маловато науки. Фотография ускорена. Две гавани. Так, слушайте, может мы сразу тогда и пойдем в картографию? Собственно. Или ученичество лучше. Давайте судостроение откроем, потом ученичество. Вот так. Да, нету проплыва. На что я надеялся, собственно? Так, тут еще один район можно будет построить. И это будет, наверное, театральная площадь. Будем развиваться по максимуму. Мне тут нечего бояться, то есть военный лагерь. Нету смысла строить. Со счастьем пока тоже. Проблем нет, потому что я хреново расту. Так, во что у нас... Пиля. Галеры апаются в каравеллы. Окей, то есть как раз надо выходить вот в картографию и открывать каравеллы. Так. Ну все, видите, проплыва нету, надо ждать этих каравелл. Наверное, судостроение, потом ученичество, а потом, наверное... А что, таймер шел все это время? Нет. Нет. Потом картографию. Китаец, сделка. Мне что-то все так залагалось, что я не могу двигаться винтами. На производство могу выбирать. Я еще вообще не хожу.
Так, давайте, наверное, исторический. Ну, тут два кампуса надо, так что можно пока переключать. Какие-то древние стены мне тут возводятся. Может, все-таки попробовать Стоунхендж построить? Вообще районы в первую очередь надо. Рассинхрон у Джоэла, да? Так, давайте, наверное, этого рабочего в столицу, вот тут шахту построим. Так, ну можно эти галеры одну сюда отправлю, тут апнув каравеллу и в ту сторону, он у меня поплывет, а эту сюда и в ту сторону. Камикадзе, дружище, да? А чё Шанхай горит? Да я от мишников оборонялся. Это как? Буэнос-Айрес тебя карает? Да, он тут мечник понастроил. Мешно. Сейчас ход переходит или что? Ну, еще полтаймера только прошло. Ты еще не загрузился, что ли? Прогрузился хоть сейчас. Жилье от улучшения 1. Это вот 0,5 от плантации на пряности и 0,5 от рыбацких лодок. Так, а что тут народ нанимает? Полководец, ученый, торговец. Полководец, ученый, торговец. А культурные здания кто-нибудь построил? Ага, вот один уже кто-то построил. Вообще надо, ну, я имею в виду районы культурные, театральные площади. Надо бы, конечно, и мне, но сначала торговцев, чтобы уже дороги везде провести. Что-то тут не то. Че такое? Еще два рассинхрона. Нет, нам пили, а не потому, что пили вылетал вроде бы. Сейчас три хода подряд будет. Загрузились еще раз. Пройдет этот ход. Так, значит, тут я хочу обработать. Этих направляю в разные города, чтобы апнуть в каравеллы. Все-таки театральную площадь важно строить, потому что... Так, надо как-то этот ход проходить. Там у меня... Еще ж археологический музей мой уникальный будет. I cannot imagine any condition which would cause. I cannot imagine any condition which would cause a ship. One man's magic. Так, значит, акведуки открылись и
Колосс открылся. Так, в Шеффилде, естественно, верфи. Это в Шеффилд перебрасываем. Три хода. Ну, давайте подождем. Жалко деньги тратить. У меня постоянно будет проблемы с деньгами. Кстати, вот вопрос. Клево у тебя, конечно, заспавнило морское чудо на одной клетке. Вопрос к всем, кто сейчас смотрит. Может, кто... Вот просто сделайте скрин, да, вот моего острова, и попробуйте как-нибудь лучше расставить. Это боевое чудо, копия фирмы. Лучше, по вашему мнению, города расставить. Дайте, я, может, даже в 2D сделаю специально. Я не знаю, тут нельзя ли как-то убрать... города эти. Вот скрин. И попробуйте расставить города, чтобы, во-первых, больше, чем 6 вместилось, и чтобы они получше располагались. Может, даже вот так. И можно еще объяснить в комментариях, почему именно так вы сделали. Так, что построили? Колизей. Так, из Шеффилда в Лондон. Сейчас я буду все караваны в Лондон пускать, потому что там две еды, два производства. Так, этот в Бирмингем. Так, тут ждем один ход. Еще один торговец. Я по максимуму торговцев построю. Так, здесь гавань готова. Ну, кампус, наверное. Арчи, не подскажешь, где там Леша сидит? О, я сейчас не знаю, они... Леша, он точно не здесь. Выяснят, что меня нету. А где он вообще? Кто-нибудь знает? Кто его не нашел? Его не нашел, кстати. Может, он на острове? Охренеть. Хотя я его тоже не нашел, хотя я уже достаточно много исследовал. Ну, с левой стороны его Леша, нету. Ты где спрятался? Справа его тоже нет. Как это? Не бывает. На острове. Да лол будет. Нет, ну справа получается... Всего-то 56-й ход. Сверху справа живет Арч. Ну? Я вижу левую часть карты. Давайте спросим у него, чтобы не гадать. Как вам такой вариант? Леш, ты кого-то нашел? Возможно. Да, прошу по-другому. Кто нашел Лёшу? Никто его не нашел. Нет, ну сейчас я, может, с галерой плаваю, может, найду. Он и галерой меня не найдет. К сожалению, я ненаходимый. Так, в Лондон. Один ход еще. Подождем. Камикадзе, ты там можешь построить лодки, поплавать? А
Арчи, можно я пройду, пожалуйста? Где тебе денежку дам? Сколько? 50 монет. Давай. Я вот чисто одну клетку пересеку и больше нигде лазить не буду. Да лазь, ты там уже вроде везде полазил. Я же лазил рядом. Из Сандерленда и из Плимута отправлю в Лондон. Я, пожалуй, все-таки после этого начну театральную... Может, вот плюс к жилью с двумя и более специализированными районами давайте возьмем. Тут я думаю, что Леша всю игру молча сидит. Он, оказывается, никого не встретил, сидит все развивается спокойно. Да, я тут в таких офигенно тепличных условиях. Я бы лучше кого не встретил, вот реально, потому что... Ну, вот это все не очень хорошо, что и на море столько городов, и... О, первый... В пределах двух клеток формируется флот из военно-морского юнита. Китай, 57 науки. Неплохо. Кстати, я могу этого генерала использовать тоже для разведки. Что-то так прикольно нас всех раскидало, что вот эта вот точка вообще не заселена никем. Никто не претендует на нее. Так. Театральная площадь. Нет, да, видимо, здесь вместо фермы поставлю. Мешает. А, блин, это у меня акведук вообще тут должен быть. Слушайте, давайте акведук я сначала построю. Да. Кампус завершен. Ага, тут тоже акведук можно строить. Что-то варвары внизу прям жестят в снегах. Так, ну тут изначально 6, по-моему, да? Как всегда. Я пошел туда вроде аж двумя мечниками. Насовали, да? Ну. Я оттуда бегу. Может, лучше маяк тогда строить? Полудохлый собака. Библиотеку. Тем более у меня мечники как бы пошли прокачаны уже с двумя прокачками. Я думаю, сейчас там снесу по-быстрому и все, чтобы... I've lived through some terrible things in... Так, бонусы от соседства для кампуса плюс 100%, 29,5, 33, нормально. Так, стоим, ждем. Этот в Лондон отправляем.
И дальше... Вообще, где там мои уникальные юниты? Ну, мы вообще говорили без этого пантеона, но ладно. Лезем. Это один промки за стратегические ресурсы. А, точно. Это... Так, давайте пока феодализм пойдем. Вообще, конечно, 6 ферм надо построить. Я построил 1, 2, 3, 4. Еще 2 фермы надо. Конга, как тебе неожиданно плюс 10? По великим людям прям. Как-то резко. Какая же особенность Конга, 2 не очки великих людей. Там уже плюс 10. Ну, 2 театральные площади. Не, 1 театральная дает 1. А, ну и плюс у меня пантеон этот, ну, божественный скраб. Надо против Конка объединяться. Он победит культурой. Сейчас тебя найдем и объединимся. Так а что, ну посмотри во всемирном рейтинге, как у меня все классно. Даже без нахождения все понятно, по-моему. Ты где-то в серединке. Ты какой серединке? Он на острове. Нет, нет, в рейтинге. Окей, ты меня опережаешь так-то. Так ты ж не наукой собираешься побеждать, а туризмом. Ну ладно, Перси меня опережает по культуре. Ну по культуре, а не по туризму. Здесь, наверное. Камикадзе, предложение. Туристическую построю. Откроется вот картография, сразу смогу полководцем этим адмиралом плыть. Подожди, плюс одно жилье с 3 районами. Нет, с 2 и более, да. Ну, значит, дает. И в Лондоне должно давать. Давайте глянем. Вот, от социнститутов 1, да. И в Манчестере, и все. Только в Лондоне и Манчестере. В Плимуте надо коммерческий район построить. Интересно, сколько будет стоить ап. Ну, по идее, у меня много денег. Две галеры уж смогу апнуть. Кому-нибудь красители или хлопок нужны? Да, надо. Есть пряности. Ты кто? Конго. Красители? А что это у тебя за... Я их не вижу в торговле. Ну, не обработан. Обработан.
Not all who wander are lost. Кто-нибудь в альянсе может? Я могу. Ты кто? Бразилия, да? Да. Ты Конго? Да. Это ебанутый какой-то континент получился. If I were again beginning my studies, I would follow the advice of Plato. Джоэл, а это всем метка в чате пришла? Или только мне? Я ее удалил. А? Я ее удалил уже. Нет, вот в чате именно. Я в чате вижу сообщение. Да, всем. Это всем было, да. А как метки в чат посылать? Пишешь метку, а потом появляется кнопка при изменении метки. Send to chat. А где появляется send to chat? В чате, на самой метке, я что-то не пойму. На самой метке. Ну вот. А, точно. Да. Хорошая функция. А ты как туда кинул метку? Или это Горга была? Ты там бегаешь где-то? Возможно.
Но он не встретил Горга. Привет, Бразилия. Привет. Есть что торговать? Есть пряности. У меня они у самого есть. А как так? А как так, да? Так прикол. То есть мы на одном континенте. Прикол в том, что у меня с бразильцем абсолютно одинаковые ресурсы. Значит, на одном континенте. Потому что и я со специями. На фиолетовом. На Пангее. Фиолетовый, это он очень огромный континент. Красный вообще какая-то маленькая полоска. А француз как будто специально его собственный континент выделили. Что француз? У француза как будто специально собственный континент выделили, чтобы он никого шапками не закидал. Это да, кстати, я уже посмотрел на это дело. Ну и замечательно. Да у меня вообще какое-то место. Блин, ну такая аутентичненько сделали Англию. На своем собственном острове, как в реальной жизни. Союз никому не нужен. Давай. Мне нужен. Это кто? Первый, кто сказал. Француз. Ну, француз, я тоже хочу союз с тобой посмотреть, где ты. Да он подобный, ты не видишь его разве? Они француз. Я хочу англичанин посмотреть, где находится. Англичанин, ты вышел из Союза уже? Кстати, вот мы сейчас с тобой в Союзе, Джек. Почему я не встретил англичанина, когда ты его нашел? Что надо самому встречать. Нет, оно автоматом встречается. Ну, значит, потому что я его границы нашел, а не юнит. Не, если в Союзе, нет. Почему автоматом встречается? Нет. Вот то же самое, как я сейчас вижу некоторые ГГшки, которые находятся вот слева, типа под Кабула. Но я его вижу, но как бы не могу в него закидывать послов. И квестов нет. При игре с компом они автоматом встречались, когда я заключал ее. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.